Всем привет, ребята, с вами Степан. Сегодня я вам расскажу, что делать, если при переключении радио в GTA 4 у вас вылетает игра. Перед началом ролика у меня есть к вам просьба. У меня не так уж и много идей для видео, поэтому, пожалуйста, напишите свои идеи для видео в комментарии. Видео могут быть посвящены как играм, так и полезным фишкам. Ну что ж, давайте начнем. Для начала вам нужно будет скачать zip-архив в описании под этим видео. Там у вас будет две папки GTA 4 Tbogt и GTA 4 Tuat. Просто копируем эти два файла и вставляем в корневую папку игры. Если вас просят заменить эти файлы, то просто заменяйте их. И все. Давайте сейчас зайдем, проверим, как это все работает. Итак, сейчас в GTA 4 давайте попробуем попереключать радиостанции. Как мы видим, все хорошо работает, ничего не вылетает. Всем спасибо за просмотр, всем пока, всем удачи!